области приобрел компьютерное обеспечение за 45 миллионов тенге. Причем конкурс проведен в конце года из одного источника. Как следует из техспецификации, опубликованной на сайте госзакупок, автоматизированная система контроля поручений «Протокол» будет служить улучшению внутреннего документа оборота аппарата Акима Павлодарской области. В Акимате поясняют, что таким образом намерены сократить бюрократию в своих подразделениях, исключить дублирование функций. Чиновники утверждают, что им удалось существенно сэкономить на программном обеспечении за 45 миллионов тенге. Дескать, российский аналог стоит в среднем в 2 раза дороже. Одну и ту же работу, сами того не зная, делают в 2 или более отделах или управлениях. Если бы была единая система, выстроенный бизнес-процесс, то вот эта система, она бы не допустила вот дублирования этих функций. Эта система уже опробована в других госорганах, в частности, в правительстве для граждан она себя хорошо зарекомендовала. И еще это полностью казахстанский продукт. Ранее Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков заявлял, что после проведенного анализа обнаружилось, что чиновники выполняют множество дублирующих функций. Поэтому в новом году в области намерены оптимизировать штат чиновников, сократить число различных комиссий. 25% госслужащих в регионе, согласно поручению главы государства, уже сокращены. Видимо, новое программное обеспечение в какой-то мере должно заменить человеческие ресурсы и сократить бюрократию.